Инопланетяне. Мы остаемся на хозяйстве, а наши таточка, бабушка наших детей уезжает на секретную миссию в великий город Санкт-Петербург. В общем, наша бабушка уехала. Кстати, тоже по делам, связанным с собаками, и вы обязательно это увидите скоро в наших видео. Да, птичка? Маха, как всегда, со своей игрушкой. Марта меня встречает. Привет, Мартуся. На хозяйстве мы, ребята городские. О, друзья, выходите. Привет, курицы, выпускаем. Выходите, красавицы. Какая красавица. Сейчас индюшечки побегут. Выходите. Бараши уже там кричат. Пойдемте гулять. Привет. Пошлите гулять. София испугалась. Гулять идем. Догмама Аня сегодня выгуливает не только собак. Пошла, я посмотрю на них поближе. Сначала так, испугалась, а теперь ей стало интересно. Да, Софиш? Баранами. Заходи. Я пошла. Пойдем кормить уток. Мам, что сейчас делаем? Софишка, смотри, Софи, у нас тут яичко есть. Яичко куриное, яичко куриное, яичко куриное. И, видимо, кто-то еще старается снести яичко. Так, это корм для уток. Ага, я готова, пойдем. Сейчас будет жесть. Ну, они да, пожрать. Да, утки едят. Чапка, ой, мама. Пойдем. Пойдем кормить индеек. Что, всех покормили? Софиш, мы покормили индеек. А это кто такие? А, это кролики. Они так похожи на нас с Эйвоном. Ну, в смысле, что они такого же размера, как мы. А что это такое ты им даешь, мам? Да, это кроличий корм. Так, кролики, вы же не утки, ждите спокойно, будьте умными, кушайте аккуратно. Все, мам, насыпай давай. Я с ними поговорила, они не будут нервничать. А ты кто такая? Да, мам, наливай. Да, давай, бери ведро, мам. Отлично, водички налили. Пойдем дальше. Так, а тут кто у нас? А, тут тоже кролики. Так, давай, мам, я тобой руковожу. Насыпай еды. Наливай водички кроликам. Никто голодный не останется. Молодец. Наливай, наливай, давай. Аккуратненько там. Пойдем. Ну что, Софиш, утренние процедуры сделали, пойдем. Так, все, пока, животные, ведите себя хорошо. Пойдем. Пойдем домой. Привет, ведьма. Привет. Привет. Пойдем, Софиша. Софи и ведьма. Разница размеров. А что, нормальная разница? Эйвон оказался не с той стороны. Вот почему ты не пошел с нами кот тащить. Маха опять какой-то игрушкой своей носится. Мам, я хочу пойти к барашкам. Иваном и Софи решили сходить в гости к баранам и козам. Так, приветик, ребятки, что тут делаете? Барашек писает. Что-то я передумал. Иван, Софи, бараны. Эйвон, я, наверное, Софи, пойду. Бараны. Что за инопланетяне? Привет, ребята. Софи, я ушел. Эйвон, ты трус. Ты кто такая? Я просто хотела с вами подружиться, познакомиться. А с ним вообще можно общаться? Что ты за существо вообще? Как бы объяснить? Говори! Говори! Да ладно, ладно, не надо кричать. Чего вы нервничать? Не надо нервничать. Сейчас я попытаюсь объяснить. Объясняй, инопланетянин. Объясняй, инопланетянин. Боже, зачем так красить нервные клетки? Я просто собака. Таких собак не бывает. Собака? Собака. Собака. Что значит бывает? Это почти оскорбление. Инопланетная собака, говоришь. И что же, по-вашему, случилось дальше? Пиши в комментариях свой вариант развития событий. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.